Реанимация орхидеи Пискальнии с помощью обычных подручных средств. В этой роли нам понадобится обычная вата. Итак, она очень хорошо влагоемкая, а значит, продолжительное время будет снабжать корни орхидеи такой драгоценной влажностью. Если ваша орхидея осталась без корней, то я настоятельно рекомендую попробовать такой бюджетный, простой, доступный, очень понятный способ для всех абсолютно без исключения. Все, что нам потребуется, это вата. Чем больше, тем лучше, потому что такая подушка, она будет очень лояльно увлажнена, равномерно. А значит, тем больше у нас будет запаса времени для того, чтобы не регулярно ее возобновлять, освежать водой. И такая пассивная система очень будет удобна тем, кто очень сильно занят и не может или не всегда успевает своевременно увлажнять, обновлять слой ваты или же мха. Поэтому, если в вашем городе или вам, в принципе, мох-сфагнум не подошел для реанимации наращивания корней орхидеи, тогда пробуйте что-то новенькое. Вот, к примеру, вата. Даже можно взять обычную вату, не стерильную. Эта орхидейка уже на пути своего восстановления. Вот, можно заметить новые корни. Итак, эта орхидейка у меня раньше стояла в системе методом реанимации орхидеи над водой в стакане. Но поскольку постоянное нахождение нескольких корней в воде было не совсем практично, потому что нужно было очень регулярно, постоянно возобновлять нижний слой. И я в свое время очень неудачно пропустила в силу своих семейных обстоятельств возобновление этого слоя. И это повлекло такой результат, что корни немножечко позакрывались и подзасушились. Вот с этого ракурса это наглядно можно проследить. Именно поэтому мной было принято решение предпринимать что-то очень быстро для того, чтобы срочно помочь этой орхидее очень в кратчайшие сроки восстановиться. В этом случае я решила отдать предпочтение именно вате. Для такого способа реанимации орхидеи без корней, наращивания корней с помощью ваты, вам понадобится любая плошка. Чем шире она будет, тем лучше, потому что так равномернее распространяется уровень влажности и будет лучше так восстанавливать листья, потому что они будут опираться об эти стенки нашего лоточка. Но в принципе подойдет то, что у вас будет в наличии под рукой. И также такой небольшой клаптик обычной, со всеми привычной ваты мы ложим на дно. При этом дополнительно увлажнять или воду оставлять на дне мы не будем. Мы сделаем по-другому. Ровно по центру емкости ставим нашу орхидею без корней. Это очень хороший способ для тех, особенно если орхидея осталась практически на нулевом кочерыжке, когда вы срезали кочерыжку полностью под ноль, под лицо. Поэтому очень удобно, потому что этот способ, он лишен чересчур переувлажнения, то есть здесь нету воды, здесь есть именно та самая драгоценная желанная влажность. Для дополнительного обеззараживания этих участков, которые уязвимы и подвержены повторному заражению грибковым заболеванием или гниля, я буду использовать перекись водорода 3% из расчета буквально 1-2 капли с пипетки на такой маленький объем воды, как у меня мой флакончик. Вы же можете использовать на свой расчет 1 столовую ложку перекиси водорода 3% на 1 литр воды. Очень важно отметить, что таким образом, таким способом очень быстро можно возобновить и восстановить практически полностью состояние листовых пластин. В этом вы можете уже убедиться, смотря продолжение этой части. Мне нравится, потому что я уже пробовала таким способом восстанавливать. Очень скорую помощь оказывать своим орхидейкам, которые, к сожалению, попали в какие-то неблагоприятные условия в силу каких-то моих обстоятельств по моей вине. Не было возможности физически к ним добраться. Ну или же, возможно, как-то природа была к ним неблагосклонна, и они в силу своего слабого иммунитета, ослабленного иммунитета, холода, сухости воздуха не смогли сохранить свою бывалую красоту. И тем не менее, не все так плохо, как, возможно, покажется на первый взгляд. Все равно эта орхидейка внушает доверие и в желании, возможность того, что она все-таки восстановится. Самое главное, это нам почувствовать ту самую меру просыхания субстрата. В нашем случае это материал вата, поэтому нам необходимо сделать так, чтобы воды на дне
не было, она не скапливалась, но при этом вата на ощупь оставалась такой влажной. То есть если мы возьмем вату и отожмем, то ну, максимум пару капель должно стечь. То есть вода стекать с нее не должна рекой, ручьем. Именно это и отличает нашу вату от других каких-то влагоемких компонентов по типу губки или же мха, который очень сильно гигроскопичный и в силу своего объема может набрать столько воды, что потом это неизбежно приводит к возникновению плесени. Именно поэтому мох сфагнум так хорош, всеми любим, но при этом ровно в таком же объеме, таким же счетом он и его боязко использовать, особенно дилетантам, новичкам, когда ты хочешь поскорее добиться восстановления листьев, понимаешь, что им не хватает банальной воды, и тем самым переувлажняешь субстрат, давая больше и больше воды, чтобы орхидея вдоволь напоилась, и при этом допуская распространенную роковую фатальную ошибку в том, что переувлажнение, длительное переувлажнение ведет к появлению плесени. А это тот же грибок, который вызывает гниль. И все это по цепной реакции потом будет, конечно же, приводить орхидею в состояние реанимации. И теперь с помощью тумана мы равномерно орошаем нашу вату. Очень удобно поставить такой флакончик рядом с этой сплошкой. Потом вы ежедневно сможете, точно как и я, продлевать срок службы этой ваты и вовремя, своевременно ее подувлажнять, что поможет вам аккуратно вызвать, простимулировать, разбудить корни орхидеи и без риска того, что корни могут загнить, закрыться, кончики почернеть или еще как-то отреагировать на гниль негативно. В теплых условиях даже может образоваться конденсат. Это очень хороший показатель того, что внутри влажно. Но при этом следите, конденсат не должен быть постоянно, потому что если он будет долго-долго держаться, практически никак не исчезая, то, возможно, вы чересчур увлеклись и переувлажнили все-таки плошку. Нужно обязательно смотреть на дно, не скопились ли там остатки воды. Ну и, конечно же, хорошо проходиться по листьям. Это помогает еще больше снабдить орхидею той самой водой, в которой она сейчас и нуждается. Но обращаю ваше внимание, пазухи мы промакиваем бумажным полотенцем, не допуская там застой в условиях плохой аэрации циркуляции воздуха. И дополнительно так помогаем превентивно орхидею защитить себя от какого-то фузариоза грибка, который поражает стволик, шейку орхидеи, чаще всего в таких случаях. Также, кроме перекиси водорода, вы можете добавить разные стимуляторы роста, регуляторы роста. Все это будет очень хорошо работать в интересах реанимации наших орхидей. Когда уровень влажности в вате весьма оптимален, то можно не бояться вот так вот держать ее с прямым контактом корней и ваты, с прямым контактом кочерыжка и ваты. Вот я вам показываю, она у меня стоит без какой-либо подложки. Но при этом, что важно отметить и для себя запомнить такой момент, что все-таки переувлажнения в этом участке нет. Вот если вы присмотритесь, то даже в том месте, конкретно непосредственно, где стоит кочерыжка, вата даже цепляется, и заметно, что она там практически сухая, потому что там пульверизатор даже не попал, не проник туда водой как следует. Поэтому, знаете, если переживаете и знаете себя, что любите ли вы переувлажнять, увлекаетесь, как-то забываетесь, то правилом и лайфхаком будет то, что лучше всего по краям усердствовать с увлажнением, и тогда влага будет равномерно распределяться по всему нашему материалу, тем самым равномерно распределяясь без какого-то риска того, что один участок, особенно под этим местом, будет как-то переувлажнен и тяжелее будет просыхать. Поэтому, если боитесь, просто по краям плошки проходитесь, довольно щедро увлажняя. Ну, а уже под самой кочерыжкой лучше там даже оставить место сухим. Все равно корни получат свою влагу, особенно это можно убедиться в этом, если оценивать состояние цвета корней.
То есть такой зеленый окрас, конечно же, нам говорит, свидетельствует, показывает о том, что орхидея получила все-таки воду. Все гениальное просто. Попробуйте такой легкий, доступный абсолютно всем и каждому архаману способ реанимации орхидеи и наращивания корней с помощью ваты. И, конечно же, следите за результатами, за второй частью о том, как же смогут пробудиться корни, как они смогут восстановиться после затяжного периода засухи. И, конечно же, ставьте лайк этому видео, если вам способ тоже понравился. Пробуйте. Корни орхидеи, правда, смогут проснуться, смогут раскуклиться.